Ну, это хищник какой-то. Ну, бык траву жрет, этот мясо жрет, сердце жрет. Угу. Все верно, видишь, все. У тебя все прочищается и восстанавливается. Молодца, смотри. Где этот зверек? Откуда он такой красивишный? Почему-то идет Египет, Красное море, оттуда откуда. А где-то там его. Сейчас я библиотеку вырежу. Вот реально. Эта легенда тоже запущена в наше информационное пространство для поддержания вот, но это все извращено. Но суть примерно такая же, да. Примерно такая же. А вот теперь смотри реальную ситуацию, которую нам мозги запустили, чтобы мы это... Смотри, с какой целью? Почему я его зверьком зову? Он не отсюда, Да. не с этой вселенной. Это одно из подразделений Роя, да или? Ну да, скажем так. Один из проектов. И он не родился таким, его собрали. Это абсолютно искусственная Угу. структура. Синие проникли, наконец проковыряли кочергу, просверлили. Один туда щух. Долго сверлили, подбирали сверло. Извини, Миша. Просто очень смешно, так хоть в дырочку маленькую. Ладно. Зверек, да, смотри. До чего его сделали? Кто? Ужасный рабовладелец его назначение. Угу. А как он владел рабами? Смотри, свойства какие. Через поедание жертвенного мяса на жертвоприношение. Что за жертвоприношение? Как это происходило? Смотри. Не знаю, как обжорство на какие-то праздники. Как это выглядело? Как это выглядело? Где он жил? Что вокруг было? Под землей, что лежал? Пещерка. Дальше. Ему жертвы приносили, но делали
определенный ритуал, и это в определенные дни, когда праздновали какой-то праздник, этот ритуал переносился на всю еду. И получается, качали его. Аналогии какие-то с нашим миром. Да, ну вот как массовое пожирание индюков, День Благодарения, там на Пасху, там жестко. Курбан-байрам. Да, вот эти религиозные. Они называться могут по-разному. Да, Главное, в Пашхе что в это... христианстве только это, скажем так, информационное, квантовое, ритуальное, а Курбан-байрам это по полной. Причем, ну, еще много чего. Еда на всю еду переносит. Смотри дальше. Если это проект Роя, то зачем Роя это надо было? Как адаптация какая-то. Чего к чему? Уйди к бороде. Сову на глобус. Чего хотели? С чем? Адаптировать. Как энергетику подстраивали человеческую. Какие-то изменения должны были происходить и на физическом выражении при этом. Что дальше было, смотри. Где этот зверек и где там был рой? Что за вселенная, когда все, что видишь, ты еще сейчас увидишь. Качайся, прокачивайся. Чем больше ты сам пластов поднимешь, тем больше прокачаешься. Твоя работа, давай. Я помогаю. Чем больше работаешь, тем ты сильнее будешь. Давай. Ощущение, что вы снизу поднялись в какую-то вселенную, там его собирали. Нижнее где-то. И куда его подняли? Где он? Сейчас он есть где-то, смотри. Сейчас он был где-то. Ну, то есть нету. Ну, как бы что? Получается, идея его живет, да? Ну, скажем так, не идея, а память. Ну, память. Алгоритмы, которые... В информационном поле, Да? как эхо. Да. Смотри, жертвоприношения масонские и прочих. Где он там, в этом механизме? И зачем? Красота. И зачем он там? Не сатана его называют. Ну, в том числе, да, тот самый зверь, которому они поклоняются. В том Три числе. шестерки я вижу. Ну, да. Нет, есть отдельно зверь, есть отдельно этот демон типа козла. Есть отдельно красно-черный. Это многие думают, что это все одно и то же. На самом деле Не. это разные направления сатанизма. Они качают определенные сущности энергоинформационные. Ни одной из которых Но уже нет. они тоже там их подразделяют. Есть дьявол, а Да. этого именно сатана называли. Да. Именно козел есть и прочее. Ну, козла уже нет. Это уже обычные сатиры. Снова. Красно-черного тоже нет. И вот этот зверек мы сейчас разбираем. Но относительно тех, этот примитивный. Ну, смотри на физике, как он выглядел.
Ты имеешь в каком человеке он сидел? Ну, он на физике-то был, ты говоришь, он под землей жил. Значит, это что, человек, получается, жил, либо реально что-то в другой вселенной? Ты же уже его описывал с рогами и прочее. Это что, получается, человек с рогами? Это полуобезьяна, полутеленок, ну, антропоморфное строение тела. Да, горилла. Но как бы с рожками, да. Рогатая горилла, обезьяна рогатая. Ну, там больше горилла, то есть рогами-то почти не пользовался, хотя я немножко забегаю вперед. Ну, смотри дальше. Зачем он рою? Я не понимаю, знаешь, как конусом паутина поднимается вверх и как он узел удержания этой паутины? То есть через него прогоняют, как бы, ну, он Ну, как, да, через информационный него центр, проекция структуры. алгоритм, да. То есть энергия жертвоприношения идет к нему, он как бы перерабатывает. На каком уровне, смотри, как все это происходит. То есть реальное жертвоприношение на Земле, а куда идет вся информация и потом что дальше происходит. Там два потока, Илья, информационный, энергетический. Энергетический как слоем, как полем распределялся горизонтально, а информационный уходил на такую конструкцию, вот знаешь, как тыква. То есть он как тор, но как с дольками, с такими. Хэллоуин, типа, символ тыквы, сатанизма, да. И смотри, что это за... Вот тыква что олицетворяет? Что привязали магией к тыкве? Все, кто Да поклоняется ужас как. тыкве, да. И смотри, где это, что это, какой механизм, структура. Не знаю, не могу достать, меня что-то выносит уже с этого поля. Хорошо, смотри, зверька. Эту структуру, она еще есть, поэтому сами потом поковыряемся. Ну, горилл этот, где этот горилл? Где он жил, что стало потом? Не могу понять, его как расчленили, как фрагментами. О, посмотри, кто и зачем. С чего бы это? Сначала Ро его сделал, а потом что с ним произошло?
Не знаю, дальше не идет. Я вот уперся в образ этого тела с расчерченной картой по запчастям, как он будет делиться и все. Он будет ли делиться, либо он разделен уже? Либо это карта того, как из чего его собирали. Смотри, откуда ты сейчас считываешь информацию, откуда идет к тебе информация. С какой-то планеты. Ну смотри-ка, что за планета. Пыльно. Сдуй пыль, как она выглядела, когда он был там, если он был там. Как планета болото какое-то. В атмосфере, ну если с поверхности неба вообще никогда не видно. На небе абсолютно туман, облака всегда. Влажность очень высокая, да. Есть горы, но невысокие, в основном все поросшие. Она? Посмотри на лицо Моны. Да, я вижу, Мона что-то довольная. Почему у нее такое лицо сейчас? Наверное, я вижу то, что она тоже видела. Поэтому у нее лицо такое А довольное. когда она это видела? Ну, как всегда, Мона спалилась, ну ладно. Мона, ты зачем спалилась? Раз Илья сказал, что ты спалилась, я подразумевал, что недавно. Я-то не составляю расписание Мони, поэтому не могу знать и ведать, когда она где бывает. Ну, недавно это когда? Бывает 9 дней назад. или видела все-таки? Видела 9 дней назад. Так. А до этого видела или нет? Мона. Это косяк, Мона. Как Ну всегда. почему? Потому что. Я даже слышу, как эти голые пятки шлепают по влажной земле. Шлеп, шлеп, Сама шлеп. смотрит. Сам. Ну, рассказывай тогда, раз уж ты голые пятки увидел. Чё это за пятки? Там люди живут на этой планете. Да. Почти такие же, как мы. Смотри. Кожа белая, как снег. Белая. Насчет как снега не уверен, но белая. Ну, не негры, скажем так точно. Еще. А что ты прокалываешь? Яблоко. Сейчас Зачем съем. ты зеленого диагноста травмируешь? Это не зеленый диагноз. Ладно, давай. Это обычное яблоко. Недоеденное. Смотри. Знаешь, как аватар, только они не синие, они белые, без хвостов. Да? Как аватар, да. Почему? Смотри.
Там взаимодействие с энергиями очень ощутимое и оперирование этими энергиями. Так, как? Ну, как живая магия. Да? Ну вот как у нас технически зажигалка чирка и пламя, вот они могли вот так же воздействовать с помощью энергии на физические проявления. Мона, ты ему точно ничего не говорила? Не верю. Да? Буквально материальные мысли. Все магически. Что там Рой делал? Где эта планетка? Я не вижу там Роя. Тогда как это все сейчас? Ты говоришь, проект Роя. Сначала начал с чего? Да, проект Роя, но я Роя там не вижу. Насекомых нету там, разумных. Ну, в оригинале как бы нету, да, не было. Его вытянули оттуда, чтобы сделать его как богом здесь. Здесь, скажем так, его проекция, да. Соответственно, там, смотри. Не знаю, там он как создавался, как оружие какое-то, воплощение абсолютной агрессии. Тоже как бог, да, проекции. Да, именно так, агрессивный. А для чего? Ну, как оружие. Только я не понимаю, почему его там применяли. Ну, применяют то как мы выяснили здесь. Вот смотри, для чего он создан был. Трансформатор, Илья. Что, куда? Естественно, энергетические частоты он занижал, и через него, которые проходили, они уже были адаптированы под к чему? Использование. Не знаю, низкая, горячая такая энергия. Куда нашла? Сильная очень. Куда нашла? На магию на какую-то. На какую, смотри. Все верно, смотри просто.
мы сейчас поймем, мы это разберем. Вот и все, прекратится действие. Как только осознаешь, это перестает. Давай на твоем уровне осознавай. Там магия масонских лож. Угу. Связан. А именно? Жертвоприношение. Да? То есть смотри, он жертву съедал и перерабатывал энергию в то, что удобоваримо роем. И он это его магией делается. Магией зверя. Поскольку там все было магическим. И сейчас все жертвоприношения работают, потому что, ну, уже не работают, но неважно. Работало вот то. Изначально он сделан для этого, чтобы перерабатывать естественную энергию, магию. На вот эту горячую. Души, да, на в силу магическую масонов. Роя. Ну, сейчас это масоны, до этого был рой. Вот так способ питания был сделан после этого бунта, после изменения роя. Уже много очень подсказываю. Смотри сам все. Ты должен сам все поработать, чтобы развиться. Дальше. Что дальше? Направо, налево, вперед, вверх. Ну, давай вернемся, чуть отмотаем к пяткам шлепающим. По грязи. Не по грязи, по влажной почве. Такое ощущение, что... Угу. Ну, грязь там. В да. Земле вода все время. Да. Я говорю по грязи. Там чисто мало кто был. Смотри. Что это за пятки? Ну да, вот эти люди. Местные. А почему ты увидел? Я услышал, я их не вижу до сих пор. Услышал, ну, увидь. Я сейчас там нахожусь, они не показываются, они, угу. Они ощущают, они видят, но их не видно, они прячутся. Смотри сейчас, как они выглядят. Сейчас ты их слышишь? Тихо. Угу. Тогда возвращайся в тот момент, когда они там были, когда был зверек, смотри, как они выглядели. Рептилии, что ли? Смотри. Ты сказал пятки. Где у рептилий пятки? На ногах. Ну, смотри тогда выше. Да нет, это люди. Как выглядит?
Да как эльф. А как выглядят эльфы? Прямые длинные волосы. Угу. Острые уши. Угу. Форма черепа. Ну, чуть вытянутая. Больше овальная, чем круглая. Угу. Причем горизонтально. И еще уши. Так, и что? Зверек что там делал? А, рост этих примерно по сравнению с тобой, если. Со мной земным. Да. Как сейчас? Сейчас. Да я вообще до колена, что ли. Это ты энергетику смотришь. Они очень магически сильные. Физику смотри. Это что, мастер Йода из джедаев? Ну, типа того, маленькие такие, да. Ну, это опять перебор тебя просто плющит. Где-то метра полтора. А зверек, смотри. Метров 6, я понял. Просто 4. Ну, я бы сказал 4, да. И он там для них что, кто? Охотились или наоборот? Он на них охотился или как? Как все было? Они ему носили жратву, чтобы он на них не охотился. Угу. Сами прям. Угу. И кого? Животных каких-то. Угу. Каких, смотри, как это выглядело. Их как сами разводили, не убивали они туда, Угу. Живых, гнали. чтоб он живых съел, да. Кого, смотри. Людей, что ли? Ты прям Таких, как... гадаешь, да, людей? Смотри, каких. Из чего это они так решили, что его нужно людьми кормить? Да детей они своих отдавали. Ну, в том числе, да. Прям как сейчас жертвоприношение, чем? Они сгружали на детей какой-то потенциал, который им мешал. И получается, этот человек как аккумулятор. Они его заряжали и отправляли, он пожирал.
сейчас есть понятие такое козел отпущения. То есть все говно на одно животное и его убивают. Да. Этот принцип. Ну и тут все. Вся там, вся магия сейчас черная, которая используется, это вся там разработана. Ну, многое. Не все, скажем так. Кое-что доработали на Дюне. Ну, дальше смотри, что с это было. Потом на этого зверя кто-то охотиться начал, но этот кто-то, это не местный, это не там родился, это как гости или прилетели. Смотри, кто как охотился. Да пошел, да навалял, в доспехах тут. Круто, кто это? Кто-то в шлеме, я стучу, он поворачивается, только мониторы видно. А кто там в шлеме? Шлем плотный, как панцирь. Ракетные ускорители на костюме. Круто. Кто-то прилетел, что ли? Угу. С чего это? Ну-ка, смотри. Очень интересно. Он толкнул. Я ему предложил, чтобы на стенке мне написал, что это он прилетел, раз разговаривать не хочет. Он меня толкнул. Странно, смотри, как выглядит. Как человек, Илья. Человек. А шлем какой, как выглядит? Круглый, два монитора. Угу. И система дыхания. Угу. А здесь как гофра, ну, такая, угу. С перехлёстами, гофрированная. Какой цвет? Такой, как у тебя рубашка. Ты там был, да? Смотри. Да что там смотреть? Ну, зашел и как терминатор в детском саду. Обидел обезьяну. Ну, смотри. В реальности. Как все было. На физике. Чего это решил обезьянку-то? Обидеть. Я второй раз не пойду спрашивать, он толкается. Не надо у него спрашивать, смотри так. Когда это было по времени? Я тебе сейчас скажу. 18 градусов вращения тора. Когда это было по времени? Ну, мы уже выясняли, что такое 1 градус. Я не помню. Я тоже, смотри. Все постиралось. 18 минут. Да. 1 минута по нашему времени. Это сколько? Бери 1 минуту и сколько раз вокруг Солнца планетка облетит. Да я не понимаю, это 1 минута, 1.5 оборота галактики вокруг своей оси, а сколько Земля вокруг Солнца, это вообще до хрена будет очень. Другими тогда единицами измерения.
ты где был в этот момент? На спутнике. Каком? Хрен его знает, планетоид без атмосферы или... Угу. В каком теле? Да уже в роевом. Уже или еще? Смотри. Ну, уже еще. В рое? Да. Или просто в роевом теле? В жуке. В жуке, да. В жуке, да. С роем связь есть? В тот момент? Угу. Нет. И Вот. долго уже нет. Вот. Тогда смотри этот момент. С момента бунта сколько времени прошло? Сначала бунта, потому что он в процессе еще. Угу. Эпизод не последний. По большому счету до сих пор бунт идет, да. Сначала. Я не знаю, не могу определить, но проворот Тора настолько маленький, практически тогда в тот же момент. Но это может быть и там десятки лет по земному. Я не могу определить, я не могу совместить эту шкалу и глобальную. Ну, неважно, важно, что это уже после бунта, когда мы все вылетели оттуда. Ты грохнул квантовые компы, что мог, с моей помощью. Дима там тоже пошурудил кое-что в магии. У нас, мы на том планетоиде погибли, нас не забрали. Ну, и не должны были забирать. Ты остался в теле жука, пока я души не дернул на реинкарнацию. Угу. Души остались невоплощенными. Оставались. Соответственно, неважно. Да, проще было бы, если бы я все-таки до нее добрался на утринском корабле. Пошли мы всемиром, как Мона увидела. Володя Савин один из них. Не дошли. Ладно. Ну вот какое-то время прошло, и вот этот зверек. Ты был все еще на планетоиде, на том с квантовыми компами, что ты вспоминал. И смотри, как я прилетел-то, если я тоже был в ящике некоторое время. На чем я прилетел? Прилетел ли? На орбите что-то этой планеты. Угу. Без догадок, давай. Просто смотри. Что на орбите? Квадрат какой-то. Угу.
кубе краевой. А прилетел-то я на нем? Вот. Это просто те, кто все это делал, прилетели на одном. Ну, не с воздуха, что ты появился. Ну, смотри, как я там появился. Да вот не вижу. Хорошо, на дюне как я появился? Прилетел на космическом корабле. Да. Откуда? С дома. Да. А вот дома-то как я появился? Мамка родила. Вот. А там? Мамка родила. Тоже, да. Почему я там, меня мамка родила, а не в какой-то другой вселенной? Что там было интересного? Да там все интересно. Да, да. Самое интересное, это механика взаимодействия с энергослоями. Ну, магия. Да. То есть там рождались волшебники. Да. С определенным потенциалом можно делать что угодно. Да. Жаль, что я там мало был. Мог бы поучиться. А вы что, вышло бы? Да, теперь понятно. Доспехи ты себе создал с двигательной установкой, чтобы покинуть планету, а не прилетел ты. Ну, пусть будет так. Я сейчас не хочу сильно разбираться. Смотри, что дальше было. Чё я пошел-то? Как я выглядел все-таки на физике? Не на энергетике, то, что ты смотришь. Ты опять магистр йода. Планета джедаев каких-то, да? Полное взаимодействие с силой. Слияние. Используй силу и позволь силе использовать тебя. Ну, зверь тоже сильно был. Не то слово. Квинтэссенция силы только черная. Темная сторона силы, скажем так. Черная. Искусственно созданная роем. Для чего, мы уже выяснили. Смотри, что дальше было. Да он тебя прихлопнул. Смотри, процесс. Интересно было. Как, ну, по ощущениям, как раздавил тебя. Дальше что было? Как он раздавил? Смотри. Ментально. Если я там родился, тогда как это все было? Один из местных жителей. Понимаю, что ты устал, надо. Чем больше ты увидишь, тем больше у тебя сил. Давай. Да, высматривание вот это, кто какой зубной щеткой, когда там понедельник, во вторник или в четверг зубы чистил, оно действительно тяжело. Ну, сам факт того, что там был поединок, и
Что тебя просто сжали в точку. Мне уже ясен. А как он тебя жал, там, то ли за ногу тебя под камень засунул, то ли за руку тебя под камень подвел. Ну, в чем этот смысл? Хорошо, он-то потом. Что с ним дальше было? Почему так не хочешь смотреть? Силы-то есть. Почему так Я не случилось? хочу, Теория? я не хочу придумывать, фантазировать, а А вот почему он опять ступор такой? тык-тык-тык, Как рывки с Дюной? какие-то, я Вот не могу дальше пройти, понимаешь? почему? Откуда у тебя ступор такой возникает? Вот только самое интересное. Ой. Да. Четырьмя лапками и хвостом цепляешься, как Да я кот. бы сам бы там присел бы на камушек с попкорном, посмотрел бы, как вы Да, там тузите там друга. интересно. Ну, Ну, же в чем дело? тык-тык-тык, Вот, как кот, которого мыц тащит. И он цепляется за все. В чем дело, Миша? Смотри. В чем ступор, затык? Вот на Дюне то же самое. Все увидел. И только вот интересное самое. И ыц. Чего ты так? Я бы ответил, если бы знал. Ну вот смотри. Ну, вижу, несколько часов бродит по тем пещерам в горе. Там лабиринт Минотавра, что ли. Ну, аналогия. Вот, понимаешь, с Йодой сделаны вот это все образы и вот легенды якобы вброшены для того, чтобы люди увидели это и подумали, а, так это ж вот фантастика, а, так это ж вот легенда. И не увидели истины. Это чтобы скрыть. Там немножко все изменено, но какая-то база есть, лучший способ соврать, так сказать, почти всю правду. Ну, то есть это все вброшено под видом чего-то, чтобы скрыть истину, то, что в реальности происходило. Пусть даже Там близко к женская легенде. энергетика еще ощущается. Я бы сказал, что монная энергетика там ощущается. Где В там том мон месте. ее энергетика? На этой планете. Она как стабилизатор тебе. Ну и смотри, что дальше было. Вот этот тебе и тормозит сразу, подсказываю прям, пробивай. Почему этот тебе тормозит? Почему, как только вот касается энергетики Моны, где-то на Дюне, что здесь ты, пом, шторка. Да хрен его знает. И где этот хрен, у которого спросить, который знает, я Вот. тоже не знаю. Так. Чё я попёрся к зверьку? Я ощущаю там твердое решение прекратить это, ну, да, конец. Ибо нехер. Так, а с чего я это решил? Кого-то из твоих ему отдали. Смотри. Что-то сестру идет. Информация, что сестру ему отдали твою. Ну, как вариант. Ну, может, не сестру, но кого-то из мягкой женской энергетики. А кого? Мона отдали, да? Да? Смотри, как это происходило. Опять мона садит там. Там. Я ее не зря косячницей называю. Потому что такой был хороший план, и как и на Дюне, как и еще много где. Мона немножко испортила его. И все пошло не по плану. Мона не испортила. Да, Мону мону ускорили, использовали. да.
Не Ну, виновата я. сожрали. Да, не виновата я, он сам пришел, да. Ну, при чем тут я? Все, ни при чем. Пусть смотрит. Кстати, да, потому что там и нам интересно. Да. Маша, вы там не были, не видели? Ну, по-моему, Нам там интересно, что... участвовали.